Сегодня я хочу поделиться своими результатами и результатами близких. Первый результат я хочу рассказать о своей теще. Мы как-то поехали на кладбище, и теще надо было пройти 500 метров туда и 500 метров обратно, так как прошел дождь, скользко и так далее и тому подобное. Она дошла до туда, вернулась обратно и вот дышит вот так. Вы представляете, мне жалко стало тещу свою. Поэтому у меня был с собой хат. Я дал эту одно драже, и буквально через минуту у нее все стало хорошо. Она говорит: «Зятёк, больно уж вкусную конфетку ты мне дал. Я тебе 100 рублей дам, ты еще мне дашь 5 штук». Это первый результат. Второй результат. Я благодарен Сергею Алангову. Я работал в Федеральном центре травматологии и ортопедии. И, в общем-то, служба безопасности, сами понимаете, очень много времени уходит. И, естественно, он приходил и кормил меня этими конфетами. Я думаю, что такое он дает какие-то конфеты. Вот. Но смотрю, сердце где-то отпустило. Смотрю, другие результаты начали появляться. Я говорю: «Слушай, если такие твои конфеты волшебные, я просто-напросто, дай мне для своей супруги». У моей супруги коленки болели. Он мне дал 3 стопа и 3 слайда. Я каждый день в течение 3 дней давал своей супруге слайд-стоп. На 4-й день она у меня побежала уже на дачу и говорит: «Слушай, дай-ка еще конфетки». Я говорю: «Слушай, теперь надо платить деньги». Ну и следующий результат – это свой собственный. На протяжении 3,5 лет у меня был страшный псориаз. На сегодняшний день у меня его нет. Спасибо всем! Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.